Ищешь Риктора? Он наверху. Друзья Дэна наши друзья. Но не вздумай тут мутить воду. Если что-то нужно, иди к Риктору. Он здесь главный. Чего ищешь, странник? Вижу, Дэн опять во что-то вляпался. Ну, этот список должна проглядеть Дженус. Иди, она наверху. Отдай записку и возвращайся ко мне. Есть интересное предложение. Я гляжу, ты из новеньких. Посмотрим, что тебе нужно. Кое-что из этого мне придется поискать. Но ты знаешь местные правила. Мы помогаем тебе, а ты помогаешь нам, так? Джуна, один из наших, недавно пропал. И я уже беспокоюсь. Будь добр, поищи его, пока я собираю припасы. Если узнаешь о нем хоть что-нибудь... Я дам тебе рецепт исцеляющих бинтов. Возьмешься, удачи. Надеюсь, он жив. Нельзя не заметить, странник, что твоя пушка никуда не годится. Есть мысль снарядить тебя получше. Помоги нам, и получишь реальное оружие. Отказала наша радиовышка на холме. Ее нужно починить. Наверное, там просто что-то сместилось. Починишь ее, получишь дробовик. Как тебе? Удачи. Трудностей быть не должно. У тебя что-нибудь происходит? А? Эй, ты! Вон там!
Ты вернулся. Иди к Риктору. Он ждет. Эй, ты ищешь работу? Джуна нет, а я не могу уйти с поста. Предупреди поселение, что у нас тут муты. Ты поможешь мне с этим? Теперь бери батарею и запали ее на холме. Там есть устройство для запуска. Его легко найти. Вперед! Найди устройство для запуска на холме и зажги фейерверк. Неплохо, странник. Я не знал о мутантах. Они так далеко не знают. Но ты справился. Сходи к Дженус. Она хочет знать, что ты нашел. Джуна мертв. Я так и думала, но все же надеялась, что он вернется. Этот мир убил столько хороших людей. Спасибо тебе за поиски. Вот то, что ты просишь, и еще рецепт лечебной повязки. Просто смешай все это и лечись, сколько влезет. Еще раз спасибо и удачи. Позволь дать тебе совет. Эти холмы кишат бандитами. Обычно они воюют друг с другом, но если заметят тебя на своей земле, убьют и имени спросят. Берегись. Доставь Дэну припасы поскорей. Если он послал тебя сюда, это важно.